Привет, друзья! Снова с вами я, Виталий, канал Vital Way. 3 июня было открытие спортивной площадки на бульваре Славе на Победе, но я не смог вам его снять, потому что я был в это время в Киеве. И вот сегодня я созвонился с Денисом Мининым и приехал на бульвар Славы. Сегодня я вам покажу эту площадочку, и здесь будет также тренировка. Денис, руководитель воркаута. Привет, Денис. Приветствую. Что сегодня у нас будет? У нас сегодня просто тренировка. Открытие, не открытие, а проведение общегородской открытой тренировки на уже открытой площадке. Понятно. А как открытие состоялось? Круто. Тут очень много людей было, где-то, наверное, 300-400 человек. Ух ты. Все со зрителями, да, тут стоять негде было. Поэтому очень, очень неимоверно круто, куча детей замотивированы. И, кстати, много детей, практически 99%, которые сегодня маленькие присутствуют, это благодаря открытию, потому что увидели, как ребята тренируются. И захотели также подходят, говорят, научите, учим. Класс, 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 это радует. Ну что, будем снимать, будем пропагандировать здоровый образ жизни. Да, нормальный образ жизни. Присоединяйтесь, ребята, присоединяйтесь, качайтесь, надо быть крепкими, здоровыми, ловкими. Подтягивание максимально импульсивно. То есть нам надо сейчас сделать взрыв, закрутиться с вот этой нулевой точки, максимально импульсивно. Ставим минимум на 50 сантиметров, а лучше на метр. Я хочу попробовать. Попробуй. Вот вам сокращение сначала лоб, затем под носом, затем подбородок. Вот вам сокращение реально успокоение, расширение. Если вы сделали, теперь сделаем. Не проваливается, не выпирает ни вниз, ни вверх. Строго повернулись груди, задержались вот в сторону и очень медленно опустились назад. Поднялись резко, подержались 15 секунд, медленно опустились назад. Таких мы делаем 3 круга, по 3 повторения. В каждом из кругов, окей? Начинаем. Хорошо. Подержись 15 секунд. Поднялась? Ты к груди тянемся. Вот. Держим, держим. Самое важное ощутить, не только вот думать, у меня болит в руках, у меня болят локти, связочки. Думать о том, как спина горит. Вот представляем это жжение. Хорошее качество, значит. Да, не хочешь работать, еще. Вот, чтобы тебя началась вот эта тряска, если бы ты не поживаешь, то Привет, а как тебя зовут? Вова. Давно занимаешься? Давно. Ну сколько лет? Ну, лет 5 где-то уже занимаюсь. А как думаешь, ты уже так хорошо умеешь элементы делать? Я думаю, много элементов? Смотря какие, много могут. А сложные элементы есть? Конечно, есть. Покажешь? Спокойно. Хорошо. Сейчас магнезий возьму. Морщины. А вас давай просто.
Вниз. Надо в обратную сторону. В обратную сторону тебе надо было. Чтобы понял, чтобы у тебя лицо не было. Как долго надо так учиться, чтобы так делать? Где-то недельки две. Всего-то? Так я тогда сейчас начинаю учиться. Привет, а как тебя зовут? Меня зовут Данил. Давно тренируешься? 3 года. Что покажешь? Склепку и фолку. Давай, окей. Давай. А вот парни по ним выбирают. Не выкатывай. Ты чего? Сейчас вот с рыбом не захаривай. О, гвозди. Вот, на 3 пальчиках, да? Молодец. Молодец. Давай я попробую на 3. Снять? Не надо, она снимает. Я интервью возьму. На 4. А, на 4. На 3. А на 2. Хорошо, дальше. Нет. Легко. Сразу плюс 2 стиля. Я еле слышу. Он там интервью. Привет. А как тебя зовут? Женя. Жень, давно тренируешься? Да лет так 15. Ого. Правда, с перерывами. Что покажешь нам? На одной руке могу. Тяжечку на одной руке? О, это круто, давай. Это чтобы так делать, 15 лет тренироваться надо. Нет, чтобы так делать, пару лет достаточно. Да? Отлично. Прямо сейчас начинаю тренироваться. Можно даже меньше, смотря. Отлично. Хорошо. Себя отодвинуть, вставить плечо, ровная рука. Если ты можешь так сделать, Ну что, друзья, на этом мы будем заканчивать наш репортаж с бульвара Славы, со спортивной площадки. Кстати, вот видите, встретил своих подписчиков. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайк. Да, ставьте лайк. Делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий Пискун и канал Vital Way. Vital Way. Пока. Всем пока. Yeah.